Мы проводим уже несколько десятков встреч и везде проговариваем те проблемы, которые необходимо решить будущему составу Государственной Думы, потому что те депутаты, которые будут избраны в новый состав, от них будет очень в большой степени зависеть наша дальнейшая жизнь и судьба нашей страны, и судьба города Москвы как столицы нашей Родины. Мы считаем, что диктатура правящей партии сегодня привела к тому, что идет безудержный рост квартплаты и коммунальных платежей, цены растут на продукты и лекарства. По вине думского большинства принята реформа пенсионного обеспечения, и сегодня повышен пенсионный возраст. Это очень серьезный недостаток, который унижает и оскорбляет ветеранов города Москвы и Российской Федерации. Потому что возраст, который устанавливался для выхода на пенсию, был рассчитан не просто чиновниками, не просто начальниками, министрами или какими-то руководителями. Возраст выхода на пенсию мужчин в 60 лет, а женщин в 55 рассчитывался по медицинским показателям. Сегодня, к сожалению, законодательство изменилось, и мужчины будут уходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 60. Что происходит на практике? Вместо повышения пенсии мы получили несколько миллионов безработных, малообеспеченных ветеранов, влачащих жалкое существование. Потому что предпенсионный возраст, который якобы считается с 60 лет до 65, его ветеран должен отработать или на прежней работе, или устроиться на другую работу. Значит, у него работы нет. И до 65 лет у него не будет пенсии. Значит, у него ни работы, ни пенсии. 5 лет живи как хочешь. Что это такое? Почему государство создало такую обстановку, такую ситуацию, что пенсионеру в таком пожилом, преклонном возрасте приходится 5 лет страдать и жить кое-как? Мы считаем, что это неправильно. Нужно отменить повышение возраста пенсионного и вернуть к исходному состоянию. И фракция КПРФ в Госдуме и Мосгордуме на этом настаивала, настаивает и будет настаивать. Мы считаем, что нужно отменить этот порочный закон, который не отвечает интересам нашего общества. Мужчины должны уходить на пенсию в 60 лет, женщины в 55.